еще подтверждает совокупность собранных по делу доказательств, в том числе показания потерпевших, свидетелей, протокол на осмотр места происшествия, следственных экспериментов, заключение судебных экспертиз, в том числе с проверкой версии обвиняемого об обстоятельствах, совершенных на примировании деяния. При таких обстоятельствах приходит к выводу о том, что представленный ходатайство приобщенных материал содержит конкретные сведения, позволяющие выполнить решение об удовлетворении ходатайства следствия, поскольку их совокупность является достаточной для обоснованности подозрения в области преследования в причастности медведов к например, общественно опасным деяниям. Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемого джида на указание пару человек по чтению заключения по страже, установить срок содержания по страже обвиняемого джида на 2 месяца суток, то есть до 28 сентября 2020 года. Ходатайство защитников об избрании отношений джида и меры пресечения домашнего ареста оставить удовлетворение.